медицинского страхования. Сегодня по врачам за ноябрь месяц средняя заработная плата в Приморском крае 41 930 рублей, а дорожная карта у нас, помните, 41 072. Средний медицинский персонал, дорожная карта 24 485, у нас 24 500. Младший персонал, дорожная карта 13 163 рубля. А это видео у нас что? Это автоматическое. И у вас процесс.